Давай, я подъехал в рус. Тихо. Не снеси. Нравится? Не вижу. Сдаем. Сдал? Сдаем. Давай, сдал. Я убил одного. Сдал. Все, едьте на другие. Это по-новому, Лендер просто очень долго тормозит, и я просто проехал точку сначала. Ну, как это? Ладно, похоже. Ну, потому что нормально, что он прочный, я успел отъехать назад. Нормально? На нормальной машине едешь? Он на такси, наверное. Ладно. Чем мы так медленно едем? Это ж говёное такси. Оу. Наверху коцаны, на 85. На меня этот закоцывает, вообще жопа. На 85 оба коцаны, добейте кто-нибудь. Я добил одного. Ну я двоих закоцал. Да блин, там этот шаф, он вообще нереальный. Он очень... Наверху. У нас снайпер есть в команде? На Макдаке уже сидит? Да. Бедный. У нас, походу, снайпера нет. Макдака нет. Гавроша снайпер. А я только появился, у меня вылез. Этого нет, Макдака нет. Блин, у нас такой снайпер. Я вот не могу попасть по нему. На мосту сидит много. Это я попадал. Еще один на мосту. 22. Я стараюсь, коц. Боже, кто у нас снайпер? Просто попадайте на мосту. Сейчас я дойти не могу еще. Долго я убил, я появился, меня снял сразу. Все долго ты делаешь. А чем тебе в кемпе прицел, когда ремень надо поставить? Я тоже этого не понимаю. Не знаю, это прицел попадает лучше. Блин, пока ты ее достанешь в нужный момент. Она что-то долго достанется еще. Лазарей, давите, кто вы тут. Стагнут, 85. 85 на мосту, тот, дальний. Пулемет, 85. Убил пулемет. Илья, крой меня. Пассе я не смотрю, я не вижу. Взял? Да, я на да, но... тебя. Нет, нет. Ну давай быстрее. У меня машина забита. Ага. За перестрелка. Что так медленно едет? Только 15 из 20. А-а-а. Очень тяжело. Там не Алик, надеюсь? Алик, наверное. Mm-hmm. Я тебе сказал. Это не то. А, там два шаура. Я одного почти убил, если бы его находили, я бы его спокойно добил. Он едьте очень туда и зачистите его точку. Если я подъеду, меня с Алика разнесут. Что вы делаете? Это не Алик, это шаф. Какая разница? Ну шаф не так-то может. Ну что, он все равно разнесет мне машину. Вы еще все тут возле меня, я не понимаю. Я объехал кругом огромным. Ну я резнулся. Бацит вон. Шава желательно убить первого. Ну, бацида, берем. Ну, точку зачистили, я не пойму. Вот видишь, у тебя ремня нет. Ты бы убил, а ты меня сбил и смотри. Молодцы. Ты взорвали? Да, теперь грузом мы никогда не достанем, потому что они в жопе лежат. А, там Алик есть уже. Понял. Я сказал на точке, будьте, чтобы доставить груз. Нет, вам посрать, куда-то приехали. Вот он, эту машину. Бегают прямо на точке. Да, они все вот они.
Почему вы просто не придете ко мне и не убьете, не поможете мне убить троих? Сейчас я подхожу. Минус два. Убери дробовик, здесь с дробовиком ничего не делаешь, Илья. 85 оба там, так же. Вообще ничего с дробовиком не делаешь. Второй не вижу. А, второй вон далеко. Там уже шав сзади, два шава уже сзади. Я говорю. Опять играете или... Не знаю, чем вы страдаете. Ну, быстро шав достал. Не, ну я хожу, я убил, минус 3 сделал на точке. Просто, блин, я один остался. Что-то я не заметил, что ты минус 3 сделал. Я прихожу, меня трое убивают. Ну, только они резнулись уже. Как ты шава не можешь перестрелять? Он меня даже не может перестрелять. Если здесь вы грузите, значит они пойдут с той стороны. Надо идти туда, один уже лезет. Залез, один наверх. Один наверх залез. Он в щи вообще. Сдайте груз. Да, сдали, блин, сдал. Нет, там Олег сказал это. Где? Где, где? Да он машину взорвал и там. Еще один. Давайте, вручную подходите и сдавайте грузы, не стойте. Один сдал. Второй сдал. Штраф на 85, там 84. Третий сдаю. Сдал. Молодец. Патроны кончились. Спокойно бы его сейчас убил, если бы у меня не закончился магазин. У него вышел с двумя патронами. Два выстрела и... Сорян, братишка. Ой, точка ужасная. С Макдака смотрится. Парка смотрится. Вообще со всех сторон смотрится. С любой подойди и увидишь. W есть. Илья, вот за тебя там на W. Убей его, вот он. Торнадо кинул мне. А? Быстрей. Очень долго реагирует. У меня мышка просто соскочила. Я прицел нажал, а он убрался. Ой, отлично. Вон на машине Асер подъехал. По Асера под кемпу. Да, блядь. Ну а где помощь по Асеру? Он же вообще в щит. Ну ладно, нет. Тогда нет, так нету, да нет. Откуда? Помощь. Короче, надо садиться и уезжать отсюда. Ты тут стоишь, вообще это бесполезно. Помощь. Здорово. Привет, Макс. Здорово. Сейчас, Макс, подожди, мы КВМ. Макс, что ли, с канала кого-то убрал? Нет. Залезьте в снайпер на ту крышу. Да-да-да, на ту крышу залезать по-любому. Сейчас пробую залезть. Там она пуста. А там уже, по-моему, кто-то, да. Там уже на этой крыше двое сидят, по-моему, или трое. Один сидит на крыше. Ага, да, одного. Блять, одного снял, другой не снял. Сейчас его попробую залезть. Блин, я... Интересно, он на крышу не залезет, я лезу. На крыше кофе не 80. Вот, лекем тогда. Убил на крыше всех, все, никого. Делай, делай. Точка. С другой стороны делай, я она с другой делаю. Нормально, нормально, на полную здесь. Что я сделал?
Капчук. Одна точка, капчук. Точка вообще в середине. Кто у нас два снайпера осталось, оставайтесь. Yeah. Садитесь по разные стороны. Один на В, один на Макдак. Я на Макдак пойду. Я не дошел, там шаф сидел все это время. Будете перебегать дорогу, он всех снимет. Не перебегайте. Не перебежал. Не знаю, он меня сразу снял. Ну я дальше стебану. Короче, вот тут сидит за бортик. И сзади вас едет. Еще сзади, сзади вот это. Тедди, аккуратно, сзади тебя едет. Я тоже не выпал. Почти убил Шава на 85. На точке, Илья. Спаси точку, чтобы не делать. Не достает. Не вижу. Точка быстро, кстати, берется. Молодцы. Ну я не могу, помощи нет, я добежать не могу. У них один вылетел. Они втроем вылетели. Косные точки бежит. Восемьдесят пять так. Да блять, убил за стеной, ну как это? Что со всех сторон-то, Шава, откуда? Убил Илья Шава, доставляет. Еще один, вот, видишь, мне гранату бросил. Делай, делай, делай. Я сделал, почти уже сделал. Все, держим. Все, его убили? Хорошо. Или Рэмит. Так, нам нужен респаун еще один. И на Макдак. Один респаун отвезите, да, второй на Макдак. Илья, я на ту точку, на которую мы залетали. Ну попробуй, если ты залетишь, что ли? Попробуем. Только точку удержите, чтобы ее в тупую не сделали. Так, я респаун поставил второй, надеюсь, нормально будет. Ну вот поэтому, Айсер. Да ладно. Ну, как по Айсеру снайпер не попал? Кого-то ДМР. Я не залез. У меня машина резко задымилась на ровном месте, я не понимаю. ДМР, я ждал. А, у него, да, ну, я же в него попал. Да, эти кросс-шот вообще. Попал по Айсеру. Или Рабит, 85. Плюс 6. Грасим. Снайпер сидит на В, что-то там. Адерон справа тебя, ну. На С, где там снайпер. Я знаю, я к нему просто не подойду, у меня коц. Давай вдвоем. Вот тут он в гараже сидит справа. Давай, прикрывай, я слева подойду. А, он машину вызвал, клоуну. Блин, да что такое? А, еще иди. Он 85. Прям за углом стоит. А, нет, побежал в машину. Да я убил его. Ага. Я труп убил. Один вот тут, короче, сейчас Макдак будет пасти. Да, я видел. Пистолет, слушай, реально мощный вот этот вот фрог. Просто меня с него сбривал конкретно. Да что такое, блин, это вообще не попадает. Ё-моё, вот тут у меня два снайпера. Один минус. Второй там еще нету. Попал. Ты вот поэтому попал или нет? Попал поэтому уже. У меня попал, он в меня попал просто. 4 смерти, я просто так им отдал. Хотел был 10-8, стал 10-12. Маленький был. У меня что-то нет, никого одного убил, кто-то пришел. Вон, а WS. За грузовиком красным. Попал. Меня убили. А, ты про него? Да. Я другого увидел.
Убивайте меня, дрон. Нет, а?